На канале СТБ состоится премьера четырехсерийной мелодрамы «Девчата», выход которой ожидается 29 декабря. Сюжет сериала развивается одним простым и непримечательным летом. А главные герои – это три лучшие подруги. Каждый день Инна, Вика и Катруся встречаются за кофе для обсуждения простых насущных дел. У каждой из них в жизни происходят разные важные события. У кого-то открытие и развитие бизнеса, кто-то в поисках любви и отношений, а кто-то пытается наладить свои отношения с ребенком. Но каждая из подруг переживает сложные этапы своей жизни. Но в какой-то момент, придя на очередную встречу в кафе, подруги узнают про одно очень интересное приложение для телефона. С его помощью их знакомая очень удачно нашла себе партнера, а уже совсем скоро пара решает пожениться. Подруги в недоумении и полной растерянности. Они бы никогда не подумали, что через какое-то мобильное приложение можно найти себе не только собеседника, а мужа. И почему у них до сих пор так и не сложилась личная жизнь? Одна из них испытала развод, другая отчаялась в поисках после неудачных свиданий, ну а у третьей просто печальный опыт брака. И все эти события привели к тому, что девушки попросту потеряли веру в настоящую любовь и светлые чувства. Однако счастье есть, и оно так близко. Главное – научиться его замечать. Главные роли в сериале исполнят Наталка Денисенко, Анастасия Цимбалару, Анна Кузина, Дмитрий Саранцев и другие. Премьера четырехсерийной мелодрамы «Девчата» состоится 29 декабря на канале СТБ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.